team back. Всем привет, друзья! Мы начинаем следить за китайской лигой под названием ДПЛ. Напомню, что это огромная по масштабам китайская лига. Проводится она при поддержке китайского государства. Призовой фонд около 900 тысяч долларов. Очень круто, что в Китае такую тему поддерживают, что это придумали. Уже не первый сезон, это ДПЛ Season 2. Много команд, две лиги. Первая лига с лучшими командами, вторая лига с командами послабее, ну и в зависимости от результатов в конце лиги, команды со второй лиги переходят в первую, ну а худшие команды из первой лиги переходят во вторую. В общем, такая система практикуется в футболе, в хоккее, где существуют лиги. Ну, в футболе это на самый такой очевидный пример. Английская премьер-лига, чемпионшип. В общем, это очень круто. Команды играют много, команды практикуются, так или иначе они должны играть в доту. Помнится, давным-давно то же самое было и в StarLadder'е, помните? StarLadder была Star-серия, была Pro-серия StarLadder. На Star-серии играли команды друг с другом в формате лиги, ну и в Pro-серии аналогично. И в зависимости от результатов некоторые команды приходили в Star-серию, некоторые уходили из Star-серии в Pro-серию. Вот пример очевидный, это команда Vega Squadron, тогда еще называлась команда Nice Игорь, и в общем... По сути, за счет наличия такой вот системы мы команду Вега и увидели. Некоторых игроков это Паша, это Сёма. Ну, вот больше, наверное, с той команды никого я не припомню. Все остальные игроки были другие. Ладно, не об этом. А сейчас мы о матче в рамках ДПЛ. Команда IG Vitality против команды LGD Gaming. Формат Best of 2. До двух карт у нас будут игры. Либо 2-0, либо боевая ничья 1-1. За победу. На карте дается одно очко, ну, за ничью, соответственно, просто команды получат по одному баллу. На данный момент команда Invictus Gaming занимает первую позицию в группе. Команда IG Vitality занимает третью позицию, имеет 15 очков. Ну и команда LGD Faro Young занимает позицию номер 5, имеет 13 очков. То есть они очень близки, у них сыграно примерно одинаковое количество игр у команды IG Vitality. Это 12, у команды LGD Faro Young 13. Победа очень важна для того и для другого коллектива. Посмотрим. Напомню, что ни команда IG Vitality, ни команда LGD Gaming на Boston Major не едут. Поэтому нужно раскрывать себя прямо здесь и сейчас. Команда LGD Gaming буквально пару дней назад провела серию Best of 5 на ESL One Genting. Разыгрался слот в Малайзию. Команда LGD Gaming проиграла команде Ньюби со счетом 3-2. Была очень трудная встреча. 5 карт, невероятно напряженные. Смотрели мы эти карты на канале ESL One Руха вместе с Серегой Смайлом. Я советую посмотреть там некоторые карты. Невероятные камбэки были. Исполнение от коллектива просто чумовое. Нам мы будем переходить плавно к стадии драфта. Комментирую для вас Lex и Lost. Дима подойдет немножко попозже. Я думаю, минут 5 времени ему надо. И Дима появится в эфире. Будем общаться с ним. Ну а пока моя средненькая аналитика. Попытаемся разобрать, что же команды выбрали. IG Vitality, SunKing и Рики. От команды LGD Gaming это Axe, Ogre Mag и Naga Sirena. Ну, Naga Sirena штука неприятная для команды IG Vitality. Нужно думать, как бороться с иллюзиями. Потому что пока особой борьбы с иллюзиями я не вижу. Конечно, в теории какой-то SunKing может с помощью пассивной способности как-то напрягать Нагу. Но вот конкретно, что делать с этой Нагой на этапе лейтгейма, не совсем понятно. Вот LGD Gaming появляется еще и Мирана. Много команд практикуют Нагу Сирену на позиции номер 4. Это роумищи. Такой вот саппорт, который в перспективе покупает себе талон, покупает себе арканы и... Через минут 30 становится полноценным героем позиции номер 1 либо 2. Покупая Radiance, дальше уже это не саппорт, это полноценный кэрри-герой.
Ну и вот, IG Vitality выбирают героя, который будет с этой Нагой бороться. Это Алхимик. Мы обсуждали с Форсом, что против Наги надо брать героя, который хорошо фармит. Который может фармить на уровне, а то и быстрее. Это антимаг, это вот Алхимик. Герои, которые могут эту Нагу перефармить и даже задавить. Потому что были у нас случаи, когда Нагу давили на 25-й минуте, не оставляли шансов. Только-только Нага покупала себе Радианс, и ее уже задавили. Команда, которая играла против этой Наги, и победила. По последнему запрету банится Войт от команды LGD. Мы ждем решения команды IG Vitality. Времени не так много, остается буквально 40 секунд на размышления. Для команды IG Vitality нужен герой на позицию. Ну, посмотрим, куда на самом деле. Тут Сын Кинг герой разноплановый. Он может пойти на позицию номер один и на позицию третью. Ну, наверное, возьмите IG Vitality героя на позицию кэрри. Все же кэрри будет пооптимальнее. Банит Сэншта Паришин. Такой очевидный бан. Есть Вич-Доктор, есть Алхимик, что самое важное. И, конечно, Сэншта Паришин может своим ультимейтом очень сильно испортить ситуацию в любой битве. Поэтому лучше этого персонажа убрать. Лучше не рисковать. 20 секунд у IG Vitality. Герой на позицию кэрри нам нужен. Супер в размышлениях. Да, конечно, LGD Gaming пока не все клеится. ESL One Genting они пропустят. Состав сам по себе молодой, не считая Maybe. Игроки молодые, отчасти неопытные. И, конечно, на Maybe возложена большая ответственность. Ну, конечно, еще есть Экзи. Но тем не менее. Лишрак от IG Vitality на последний выбор. Интересный очень выбор, необычный. Команда IG Vitality определенно буду давить. Лишрак герой агрессивный. Нынче играю через Диаболики. Тем более, это Лишрак на первой позиции. Это мейн керри команда IG Vitality. Ну хорошо, давно мы такого не видели. Но явно IG Vitality будут играть 4 плюс 1. Алхимик будет фармить леса, будет фармить линии, в то время как вот эти 4 героя максимально агрессивно будут идти и громить баши, громить строение, громить героев могут себе позволить. LGD Gaming добирает себе Джиггернаута. Вот он герой. На позицию центра Нага будут фармить. Ну это Нага Эйм. Эйм на Наге отыграл уже очень много. Ну и ждем, пока разберут игроки героев. Напомню, формат Best of 2. У нас сегодня по расписанию два матча будет. Матч, который мы сейчас смотрим, это LGD IG Vitality. И матч Newbie CDC. Ну, матчи все хорошие. Это, опять же, топовая лига. И, соответственно, лучшие команды будут у нас сегодня на трансляции. Так, нас, как обычно, выкидывает. Ничего удивительного. Последнее время Dota нестабильно стала. Не знаю, с чем это связано. Ну, а Китай нестабильный всегда. Всегда нас дропает с игры. Тут ничего не поделать. Напомню еще раз, что скоро придет Lost. Он прям должен с минуты на минуту появиться на трансляции. Возникли у нее трудности. И как только, так сразу он даст о себе знать. Команда LGD разбивает смоук. Будет попытка кого-то найти убить. Они могут убивать. Все-таки имеется Ignite, имеется Blade Fury, имеется там потенциально стрела от Мирана. И, конечно, LGD могут найти любую цель, например, Рикимару. Дасты просветили Dogfights, а Dogfights еще и вар поставят, скорее всего, отсюда уберут. Прилетает стрела, Рикимару погибает, First Blood для команды LGD оставляет First Blood именно Maybe. Для мидера отличный буст. У тебя появляется много денег. Плюс ко всему сейчас заберет себе Maybe и руну богатства. Ну и плюс ко всему этот вард разобьет. Как только увидит, что, в общем, тут крипы не спавнятся. Алексей, добрый день. Привет, привет, Дима. Ты пришел прям как надо. Все пики сделаны, и ты можешь вот прям рассказывать все по полочкам, а тогда я
У нас лишь рак на позиции мейн-керри, как понимаю, Тайджи Виталити. Как тебе вот это вот? Нравится? Да. Наверное, один из лучших героев, который может разносить иллюзии Наги Сирены. Наверное, один из лучших персонажей против Акса, поскольку Акс у нас берет ноги героев тем, что у него много армора, но вот резистов нет, так что Лишачок покажет ему. Ну, посмотрим. Ставит пока что IG Vitality двойную линию на нижней линии. Это папарацци и супер против бедного Акса. Аксу тут будут явно не просто. Два ранжевика будут раз за разом харасить Джиксинга. А верхняя линия — это также двойная линия Dogfights и Angel Ice King Рикимару. И уже куда-то улетает Нага. Да, Нага улетает вниз. Какое решение принимает Aim? Ну, вот по линиям стоит отметить то, что сейчас у LGD есть небольшие сложности с тем, то, что Наге нужно найти свою линию. Мы прекрасно понимаем, что против Сенкинга стоять и один на один не вариант, поскольку он просто пушит линию, начинает стакать пассивочку. Ну и после этого ты умираешь. А если прийти на легкую линию, задолжить и найти лишака с ВД, то этих героев она разваливает. Они тоненькие, у них очень мало армора, и, в общем-то, IG Vitality правильно делает, что продолжает убегать. Да, свап за свапом, снова Sun King внизу, по итогу остается здесь, правда, один. Рикимару будет роумить, на топе начинается уже экшен, каски полетели по Аксу, Dogfights начинает также бить, стамп для жрака, Акс очень побитый, Аксу будет невероятно трудно уйти, есть у него агр, он его кастует, выигрывает немножко времени в плане армора, но это не спасает. И фрстблад для команды IG Vitality. Аксу будет очень непросто. Может, стоит задуматься уже о перемещении в лесах в будущем, что здесь на линии ему стоять не дадут. Ну, на месте LGD, наверное, самое оптимальное — это просто отправлять Акса в лес каждый раз, когда он встречает взрывную линию в виде ВД и Лешрака. И в это время втроем нападать на Сан Кинга. Ну, Мирана с Огармак могут его прогнать. Два стана все-таки. Плюс Нага Сирена. Анжела очень себя комфортно чувствует, вкапывается, понимает, что Мирана лип только-только, может быть, появился. Он появляется, есть пассивная способность, и Мирана погибает. Да, Анжелай тут тычкуется дальше, есть у Анжелай стик, есть у нее еще и фласк, может быть, стики нажмет, но мана не хватит на Броу Страйк. При этом Анжелай получает сетку, Эйм в погоне до конца. Анжелай дает пассивную удар, и уйдет ли отсюда? Уйдет ли отсюда Анжелай? Риптайда нет, и уходит. Слушай, вот это Сеткинг боевой без ботинка, но сумел убежать от двух героев, убил еще и Мирану, при этом в трипле один. Да, оп, ну ошибка, один. Ошибка, естественно, от Мирана. Мирани нет смысла махаться с Сенкингом вообще. То есть есть Огармак, который может пойти вперед, впитать некоторое количество тычек. И лучше всего, если Огармак будет с Сенкингом развлекаться. А в это время Мирана, допустим, возьмет руну, спрятится где-нибудь за кустиком и после этого даст хорошую стрелу. Рики еще успел курьера убить на центре. Тоже очень важный момент, пока у IG Vitality начало просто невероятное. Рики не дает при этом еще и фармить потенциально леса. Есть стрела, прилетает. Понимает Dogfight, что его, скорее всего, видно. Оставляет здесь иллюзию. Ну и, в общем, Максу не дает фармить и леса. Ни на линии, ни в лесу, на центре. У Саката все очень круто, алхимик. Ну как, по крипстату уступает, но мейби уже под спреем стоит некомфортно. Вынужден вот уходить, пока спрей висит. Подхила нет, потому что ботл как раз таки и был убит вместе с курьером. Мейби надо терпеть и фармить пока что лишь по таврам. Ну окей, начало от IG Vitality просто шикарное. Лучше не придумать. Рики сместился на центр. Тут есть сентри, его прекрасно видно. Ставит сентри в ответ и скушал сентри противника. Супер. Аксевичу, в ситуации, когда за ним бегает Рикимару, наверное, лучше всего стараться убивать маленькие кемпы. Тут забирают Сенкинга, но в этот раз они пошли в размен, и Сенкинг вообще каким-то образом чуть не убил двух героев, Нага Сирена и Гормага. И вот этот парень в харде творит чудеса. Он просто вытаскивает игру для своей команды. Для своей команды. Потому что он один без защиты и каким-то образом убивает у Гормага. Да, пока, конечно, крипстаты полностью целиком за IG Vitality. Два кора ведут. Сенкинг 17 крипов на вот такой вот линии против, опять же, триплы. Постоянная агрессия от IG Vitality. Рикимару тут бегает, не дает саппортам спокойно передвигаться по карте вниз. Подкапывается Энжелай на Нагу. Эйм пытается уйти. Уйдет Эйм, но, опять же, Эйм теряет время, теряет крипов. Ничего делать не может.
Невероятно трудно на Нагисирене пока что. Как ты отмечал против Сэндкинга, очень трудно. Вот, вот как думаешь, так сейчас нападение на Нагисирену идут прямо под тавр, успевают дать дым докфайтсе, Нагисирена дает иллюзии, Сэндкинг продолжает ее накалять, станчик очень скоро откатится, и Амы с большой вероятностью приехал. Манга, да, Риптай дает им до конца, Джейксинг, агр дать не успел ни по кому по итогу. Смоукскрин на докфайтсе, он отпрыгивает, идеальная игра от команды IG Vitality. На центре, правда, тем временем погиб Алхимик. Там был мощный выход от команды LGD. Три героя вышли. Maybe под Маледиктом. Маледикт вкачем двоечку. Кстати, ну нет, не добьют Maybe. Там у него ботл есть. Так вот, очень странно то, что LGD просто перестали свичить линии. Потому что до этого у них было все более-менее хорошо. Как бы у IG Vitality есть Рикимару. И Рикимару это, откровенно говоря, слабость на линии. Он не такой сильный боец, пока не раскачается. И, допустим, трипла, видеогар мага, Нага Сирена и Мирана могла бы прийти наверх. Ну, дальше убивать лишь Рака. Но вместо этого они сейчас бегают и тоже более-менее ровнят. Тоже, били у них, тоже более-менее у них это получается. Но, скорее всего, лучше всего было бы просто поставить против Сэндкинга Акса. Ставишь Акса, приходит Рикимару, если вы убьете, он вам крутится в ответ, и в итоге Акс он с легкостью держит удар один против двоих. Да, видимо, а в итоге выходит следующий. У Акса все плохо, у Акса 9 крипов всего лишь. Ну вот, да. Оставили ему линию вроде как, смотри, может быть, да. Даже пофармит. Да-да, в итоге все получилось наоборот. Так стоял в харде против двух стрелков. Это лишь Рачок и ВД. И так получается то, что именно вот против этих героев Акс ничего не может сделать, потому что основной дэмэдж магический. И вот он возвращается на легкую. Смотри, наконец-то они продолжают убегать по возможности. Главное продолжать это делать. Пока все очень круто у Maybe, мы видим, что он линию, по сути, свой отстоял не хуже Алхимика. Но Алхимик там пошел фармить леса, разумеется, сейчас Саката будут вести. Но у Maybe 3-0-0, и для команды LGD важно эту Алхимика убивать почаще, иначе, опять же, если его отпустят, то потом будет непросто. Саката ультимейт имеется, у Maybe омнислэша нет. Ничего Саката не видит, ни о ком он не знает. Летит еще и Курьер в придачу, может тут и Курьера убить, и Саката, но... Посмотрим. Курьера видят, Мирана будут любить. Нет, забили на Курьера. Саката нажимает ультимейт и отсюда успевает уйти, понимает, что за ним выехали. Есть сейф-телепорт, который отменяется. В общем, все, Алхимик выжил. Будет выход на топ. Папарацци должен понимать, что на карте никого нет. Только один герой виден. Но очень аккуратно Папарацци стоит. Не выходит к крипам, понимает, что за ним может быть охота. Слишком палевно уходит Джаггернаут с мида, при этом еще два героя начинают бегать по всей карте. И в это время в мид приходит Нага Сирена, которая намекает на то, что Джаггернаут сейчас будет бегать и стараться... В лесу проблему Акса, эпицентр, смоукскрин дает Джексин Кагар, но... Очень трудно Акса, этот Рикимару, он просто не дает жизнь, просто я думаю, Акс сейчас бесится от этого, что ты не можешь пойти пофармить даже средний спаун крипов. Видит Эйма, Эйм стоит под вардом, не ожидает Нага, что вард стоит настолько рано. На такой-то минуте прыгает Рикимару, тп аут от Эйма и улетит ведь отсюда, да? Улетит? Улетает. Но было очень опасно. Смещается Огр, команде IG Vitality стоит отсюда отходить. Инжулая, просветили Рикимару. Инжулая без маны, есть у нее стики, догфайт. Будут ли давать блинкстрайки своего тиммейта? Должен давать обязательно, дает блинкстрайк. О, досты вот-вот закончатся, все, досты заканчивают, только наугад надо идти. Но там Игнайт еще висел, поэтому добили. Алхимик фармит тут, ни о чем даже не подозревает. Ну и, в общем, внизу Джейксинг остается 50 здоровья, попараться чуть диаболиками. Не добил, буквально удара одного не хватило. Maybe, Бладфьюри, под копотом желая мимо. Maybe имеется омнислэш, желая можно убивать запросто, но Maybe разворачивается. И в итоге желая здесь уходит домой. ТТ экшен, конечно, на карте, какая-то жесть просто. Китай радует. 10 фрагов за 9 минут. И агрессия от IG Vitality, которая не заканчивается вообще никогда. Кимару делает сейчас очень много. Перетягивается Джаггернаут вниз, если Шрачок почему-то не убегает, и в результате Maybe начинает его очень нехило пробивать. Рикимару нужно успеть дать тучку под стан. Стан он, естественно, дает. Умирает Джаггернаут один. Такого он явно не ожидал. И Догфайт продолжает мять Огармагу. Огармаг, естественно, отсюда тоже никуда не уходит. Снукинг откатывается стан, также подходит сюда по паразе. И минус 2. Идеально. Рикимару? Бог идеально. Игры этой. Рикимару, да. На всех линиях. Да. Он мало того, что не дал Аксу фармить, он мало того, что, ну так, более-менее помог Алхимику в миде, так он еще и продолжает выполнять огромную разведку. LGD нужны сентри, побольше сентри. Находит снова Акса, ставится Дезвард. Как же плохо Джиксингу Маледикта, он погибнет просто от Маледикта. Прыгает Рикимару, делает фраг, он мне слабо Догфайт, он Догфайт нагло сыграл, он мог бы, в принципе, не помогать делать это убийство, но помог.
В итоге еще погоня от Мэйби за супером, ну, супер должен уйти. Просто, да, за тавер, ребят, уйти на базу. Но хоть как-то разменялись. Хотя бы у Мэйби все круто, у Наги все не так круто, как хотелось бы. То есть Арен Талон, только-только появляются арканы на 10-й минуте. Тайминги не самые лучшие от Эйма. Да, ну и она вообще превратилась в лесную Нагу. То есть, вот, наверное, последние минуты три, которые вот она бегает вот по этим двум компам. И где-то еще подфармливает, может быть, миди, может быть, на сложной линии. Акс в это время стоит на легкой и фармит. Ну, наконец-то Акса хоть немножко получается получить пространство на карте, а то такое начало отвратительное. 0-3-1, в лесу также Акс абсолютно не фармил, транквилы, Бурман Шилд, больше ничего нет. У Алхимика 200 после армлета и талона. Ну, ждем Радианс. Ждем Радианса от Химика. Лишь Рак себе купил Виталити Бустер, Арканы, Сол Ринг. Ну, все идет, видимо, к Бладстоуну. Опасно. Копают Аксевича. Рикимара все еще ждет. Не верит он то, что Акс один. Хотя могли попробовать забрать через стан Санкинга и ультимейт. И... ну, Акс уже... он увидел, он увидел Вич Доктора, да, просто, да, на варде, поэтому понял, что лучше отойти, а то там Маледикты, можно не пережить. А будут просто смещения от Айджа Виталити, будут пушить башню на нежеление, и возможно, что это и отдать. Да, немножечко невыгодный, скорее всего, будет размен для LGD, поскольку решачок имеет диаболики 4 уровня, и товара он будет сносить очень быстро. Конечно, могут попробовать LGD сейчас, попробовать все это дело переспидпушить, но... IG Vitality смотрится намного увереннее, да, вот тавер он только что упал. И они бы могли идти дальше. У Лишрака кулдаун ТП, он не может прийти наверх, помочь защищать вышку. Но при этом он товара сносит с молниеносной скоростью, и, скорее всего, нужно уже выдвигаться до FT LGD. Да, вот уже они летят все вместе. Но Сын Кинг купил себе блинк-даггер, это очень важный момент. Сын Кинг об этом даггере пока никому не рассказал, все, на варде спалил Сын Кинг. Про даггер теперь команда LGD должна знать. Должны прокликать Сын Кинга обязательно. Есть телепорт от Джаггернаута. Дасты пошли и попадают при Кимару. Кимару просто отсюда делает блинк-страйк. Зацепили Сын Кинга. У Сын Кинга блинк, нужно срочно ретироваться. При этом его видно на вардах, Сын Кингу нужно копать. Очень везет то, что Джаггернаут не прыгает. Ни особо не слэша, он до сих пор думает, видимо, что у него там песок. Но как мы видим, песок он не качал. И чудом IG Vitality спасается. Рекки бегает под вардом. Снова его заметили. Должна же Виталити в этот момент как-то пропалить и здесь варда убить. То слишком он хорош. И заметил жди вард противника. Пока его не разбивает, но информацию знает, что их видят. Вот крутой вард, кстати. Можно на этот вард подловить. Moonlight от команды LGD. В центре я не вижу от Эджи Виталий, чтобы они были установлены суперу. Надо было бы поставить. Бластом появляется у папарацци. Но если супер убьют, это вообще не страшно. Это вообще не страшно. Супер убивает. Подкоп есть от Сын Кинга. Она сюда пытается просто уйти. Дасты есть. Просветили Рикимару. Но Рикимару делает тэп-аут. И успевает улететь. В итоге круто получилось. Moonlight на Вич Доктора для команды Эджи Виталий. Это плюс. Да, все это время, пока LGD бегают пятером за IG Vitality, Алхимик очень хорошо фармит. И крипстаты у него, да и вообще нетворк сногсшибательный. 13-я минута, у него армлет, почти Radiance, и IG Vitality, в общем-то, прямо вот с таким Алхимиком могут идти в бой, поскольку у Наги Сирены нет вообще ничего к 13-й минуте. У него просто талончик. Конечно, купит она себе Radiance в минуте. Снизу врывается на Джаггернаут. Джаггернаут успевает нажать Блейд Фьюри в это время. Акс бежит. Рикимару дает тучку. Самое время убегать. Немножечко неслаженно ворвались IG Vitality. Супер! До конца! Один против всех стоит. Пытается убить Мэйби. Дэмэджа не хватило. Очень крутая стрела залетела от Мираны, которая, по сути, дала возможность убить Сын Кинга. Не мог он укопаться, не мог он уйти в Сэндшторм. Ну, хоть что-то для LGD, они получили 1200 золота, 1500 опыта. Снова Курьер Сил Света был убит. Обидно, там Рикимара в деле. Ну и Мэйби красиво ворвался. Мэйби успел прожать Блэйд Фьюри, за счет этого его не зафокусили. А зафокусить его можно, у него всего лишь 1000 хп. И мини-камбэк от LGD, такой мини-камбэк, пока что намекает, что может быть еще не все так плохо. Проблемы могут быть у Наги, она спасла себя слипом, но за ней идет погоня до конца. Нага прыгает Рикимару, уходит ультимейт, погибает Нага. Очень неприятная смерть, ты теряешь много денег, купил себе эйм рецепт на Радианс. Понимал, что она лучше так сделать. Стан мимо, подкоп мимо, Огромак уходит. Да, Алхимик уже Радианс, уже 1300 денег, то есть тревела на подходе. И команда IG Vitality скоро, чувствую, будут прям давить.
прям идти и давить. Акс все еще бедный, рейндроп, урмен шилд. Ничего у него нет. Абсолютно. Как им выкарпаться? Вот хороший вопрос для LGD. Что им можно сделать? Надежда только лишь на Нагу Сирену, больше надежды нет. Ставит вар здесь саппорт команды Vitality на ход Огрмага. Подкопали каски, смоукскрин, есть стрела от Мираны. Она, по-моему, даже попадает. Нет, не попадает. Немножко подлагивает игра, но терпимо. Огр убили. Я думаю, в первую очередь надежда на Акса, которому нужен срочно блинк, потому что начать не могут драку. Вообще никак не могут начать. То есть Огрмаг, мы понимаем, что это не инициатор. Он, если пойдет первый, то очень будет быстро умирать. Попасть в стрелу Мираны можно, но опять же это происходит далеко не всегда. И вот если Аксевич купит себе блинк, если Аксевич сможет как-то хорошо ворваться, например, в того же алхимика, то шансы призрачные появляются, но как бы это было не слишком поздно, поскольку LG Vitality уже заходит на Рошану. У алхимика уже на 15-й минуте травела. И все в его пользу в этой игре. Жутко такие цифры видит на такой минуте от команды IG Vitality, от алхимика слишком много нафармил. Ну, как я отмечал на стадии драфта, играли IG Vitality, был план 4+1. 4 героя наводят шумиху на карте, один герой фармит. В принципе, так оно и было. Алхимик пока фармил, четвером IG Vitality бегали и, в общем, создавали иллюзию, что идут футфайты 5 на 5. Но этого не было. Про алхимика забыли. Нага ведь в файтах-то была все время. Рядом где-то она стояла. Рикимару. Появился Рикимару, бьет ли сейчас его? У тебя слайд-шоу? Да, у меня слайд-шоу. Это нападают, ультимейт кастует Сенкин, бегут за Мэйби, Мэйби не успевает выбежать, но в последний момент использует Блейд Фьюри, на нем висит Маледик, дает ему урну, подходит сюда Аксевич и отличный кол по двоим. Кол по двоим, но нужно обязательно продолжение, продолжение в виде Мэйби уже врывается и убивает ВД, остается один Сенкин, он также умирает, и Рикимару надо бежать, дэмэджа не хватило. Хорош, Мэйби просто врывался на 100 здоровья, понимал, что может быть и погибнет, но дал мне слэш, спас себя от потенциального подкопа Сенкинга, и снова два фрага для команды LGD, снова не получают немало денег. Но на топе все это время пушил папарацци, тир 2 башни уже под атакой, нужно сюда идти и ее защищать. Но может даже папарацци смогут в теории подцепить, Акс близко, Акс нет, наверное не получит. Хоть и на варде папарацци палился, но не смогли его зацепить. Рикимару спалился на центре, но Рикимару можно наказывать. Вот за вот такую вот наглость, бегает постоянно на карте, не боится ничего, и LGD вот хороший вард расставляют, раз за разом от Урики находят и делают вот эти вот соло-фраги. Акс с блинкдаггером, ну вот он, момент есть, довольно важный, посмотрим, что теперь изменится для команды LGD. XZ делает ход конем, покупает гем. Интересно. Либо сейчас, либо никогда. Ну, очевидно то, что у IG Vitality есть некоторые варды, очевидно то, что IG Vitality сейчас доминирует и очень хотят навязать размен. И надо каким-то образом вот найти варды, а потом попробовать совершить ганг. Но и могут этого не позволить сделать, поскольку игнорировать пуш нереально. Мало того, что очень больно бьет алхимик по ТВРам, у него уже 200 урона, так еще и лишь рачок с диаболиками эти ТВРа съедает. Плюс можно было бы попробовать как-то это дело поспамить, там иллюзиями Наги Сирены, но здесь ВД все это дело захиливает, и какая-то сложная позиция для LGD, даже не ясно, как им переворачивать. Наги еще немножко надо дофармить, буквально 500 золота до покупки Рэдианса. Очень важный момент, чтобы сейчас не погибал маленький команда LGD. Миране сейчас с гемом нужно побегать, поискать варды через стрелу. Так, оп, кинул стрелу, посмотрел, варды есть, нет. И как только IG Vitality пойдут пушить тир 2, гем лучше всего выкинуть. Потому что у тебя вышечка, и вышечка дает тебе видимость против инвиза. Заход на башню. Я бы даже не дефил на месте LGD. Лишрак... Посмотрим, есть, конечно, блинк, есть, конечно, у меня слэш, есть Сенжьяшу у Мэйби, он довольно-таки плотный. Мунлайт нажимает команду LGD, Юл получает Джиггернаут, Тавр стоит, Аигис счет через 2 минуты только пропадет. На топе все это время Нага фармит. Нага есть деньги на покупку Рэдианса. Смотрим на центре, может быть, что-то и будет от команды IG Vitality. Опять же, у меня слайд-шоу, поэтому трудно оценить, что вообще происходит, но что-то будет. Ставят оп в центре Огрмаг, палит передвижение Вич-Доктора Сенкинга или Широка, абсолютно все знают. Огрмаг. Ну, его команда. Манта стояла у алхимика. 20-я минута. Манта травела Radiance Armlet. Почти готовый алхимик. Стрела залетает 5 секунд, а по лишраку на Орса Егисом, поэтому убить его бесполезно. Не имеет никакого смысла. Ну и там надо давать. Выиграли время, все. Время они выиграли. Нага Сирена нафармила себе Radiance. Теперь, может быть,
получится еще каким-то образом защитить Т3, и в целом IG Titan нужно поторапливаться. Ну да, таймер у них тикает, пока они вот сейчас на пределе. Не, на пределе, точнее, на пике своих сил. Еще немножко подфармить, и все. Вот прям будет пик, когда можно реализовать своего героя. Ни одного, а всех пятерых. А Юлус на Кинга появляется. Сенкинг богатый у нас, как видим. Блинк, Юл, Транквилы. Почему так Юл хорош, Дмитрий? Вот тут покупать уже не первым Юл видим. Лишь рака понятно. Вот что Сенкинг себе Юл-то взял? Он мне слэша или что-то еще? Да, понимаешь, это мне слэша. И, наверное, одно из лучших оружий против Акса. Акс прыгает толпу. Акс прожимает бэдмейл, и ты его бьешь, ты убиваешь сам себя. Поднимаешь его в ул, в итоге, все это время, когда у него включен бэдмейл и кол, все это время он летает в уле, и дэмэджа почти не делает. Вот. Ну, одну штучку всегда полезно иметь против такого героя. Нага начинает свою осаду, смотрю, иллюзиями подпушивает вверх, но... А IG Vitality палки должны просто идти по верхней линии, остается последняя ведь башня, LGD разбивает смоук, попытаются сами выйти. Есть второй Omni Slash, есть опять же стрела у Мирана, есть гем, напомню, Акс Блиндагер, важный очень момент. Супер видит, врывается в супера, супер, наверное, здесь убьют, опять же слайд-шоу полное, супер закидывает каски, смолскрин по Аксу, Анжелай закидывает Бро Страйк, размен пока один в один. Лишрак просто под ультимейтом наваливает, вынуждена команда LGD уходить, слип от Наги, нет, фру. Опять же, поднять вул. Диаболики. Огармаг прячется, Огармага сложно найти. О, Moonlight, все тут его, да, правда, найти непросто. Гем-то не выбили, гем остался у Мираны. Идут на топ, там Нага. Нага сейчас вот-вот закончится Moonlight, и Нага ошибается. Довольно серьезно, Нага успевает уйти. Я что самое смешное, даже не видели, по-моему. Инжелай прыгал не туда. Стан есть, попадает ли по эйму? Нет, эйм отсюда улетает. Как же дико лагает этот Китай. Будет выгодно, если эта карта закончится быстрее, а то тоже ничего не сделаешь. С тем лагами. Алхимик почти готов повторить кор. А что имеет? 20 тысяч на творца на 21 минуте. Алхимика. Золото. 925 в минуту. Невероятное, конечно, значение. Начинает лишь рачок уплотняться. Внизу.